Попал в ДТП, выезжал на первую полосу, полоса была полностью свободная. И тут вылетел чувак из-за поворота на большой скорости и въехал мне в правый бок, в бочину. Ну я и, в общем, его протаранил полностью, его правый весь бок. Вот такие дела. На пустой дороге абсолютно. Ребят, всем привет, с вами канал Mazda MPV, колхоз наше все. И сегодня будем убирать вот это вот безобразие, которое я повредил в ДТП. Рассмотрим некоторые моменты по демонтажу бампера с нашей ласточки. Единственное, что сильно прошу меня не пинать, в связи с тем, что я буду это делать первый раз, это один момент. Второй момент, то что машинка у меня уже битая, и те крепления штатные, которые там есть, вполне возможно, что они уже не несут своей функциональности, потому как съехали со своего места. Вот это вот место я буду выпрямлять, выводить буду в плоскость, так чтобы можно было потом нормальным образом сюда, на это место поставить новый бампер. Снимаем, смотрим, как это все прикрепляется к штатному креплению. И готовимся к тому, чтобы установить новый бампер.
Итак, ребят, вот одно крепление, на которое крепится бампер наш, вот сюда. Дальше, вот здесь, но оно у меня срезано получается. Мы здесь будем делать крепление заново. То же самое, еще одно крепление. Здесь мы тоже будем его выравнивать и делать заново. Здесь вот это, вот у меня кривая при ДТП искривилась, вот это вот крепление. То же самое его поставим на месте. Здесь вот это вот немножко вытянем сюда крыло. И так битое было, шпакли тут килограмм. Придет с Владивостока новое крыло, будем ставить. Нет, здесь зальем мы антикоррозийкой. По-любому, потому что ну здесь вообще тут жесть, конечно.